Готовимся к осеннему сезону. Многие доделывают ремонт, кто-то освежает свой старый. Для этого вам пригодятся шторы «Прекрасные грезы». Сегодня роскошный интерьер стал доступен каждому. Мы снизили цену дополнительно 1599 рублей за два полотна размером 270 на 150 и в шторную ленту, которая включена уже. Такие шторы выглядят роскошно и станут предметом зависти ваших гостей. Только сегодня их можно приобрести по самой выгодной цене. Это специальное предложение дня. С нами Юлия Колосова, дизайнер интерьеров с 15-летним стажем работы. Юля, расскажи, пожалуйста, почему эти шторы подойдут в любой интерьер? Ну, прежде всего, мы хотим продлить лето в своем интерьере, а осень, она уже не за горами, поэтому тяжелых портьер не предлагаю, а вот такие облегченные, с очень красивым, нежным витражным рисунком, конечно же, подойдут в любую комнату, освежат, сделают ее светлее, просторнее. Еще и добавим дворцового шика в интерьер за счет очень красивого резного венецианского узора. Крупность рисунка подойдет к любым обоям, а сами портьеры подойдут практичной хозяйке, потому что выполнены они из особенного материала вискозно-полиэфирного панбархата, который не мнется, хорошо сохраняет свой цвет, практичен и долговечен. А это очень важно для правильной и такой вот спокойной, безопасной дистанционной покупки. Шторная лента у нас тоже пришита, а значит, вы повесите на крючочки, на крокодильчики, на разъемные кольца, даже на штангу диаметром до 2 сантиметров. Не прогадайте с покупкой и с подарком. Вот она, драпировочная лента на ваших глазах. И красивая драпировка еще улучшит эстетику декоративную прекрасного панбархата. Выбирайте любимую коллекцию Shop & Show. Цена только сегодня 1599 рублей, дополнительно снижена со скидкой почти 70%. В наличии есть 4 цвета. Бежевый, посмотрите, какой прекрасный цвет. Цвет зеленый, больше напоминает оттенок Тиффани, красивый, бирюзовый. Цвет кофейный, один из популярных оттенков, он подходит корпусной мебели. И самый модный цвет этого года – цвет розовый. Это шторы «Прекрасные грезы», главное предложение этого дня на 1599 рублей. Юля, у меня малогабаритная квартира в Хрущевке, потолки 2,50, стены бежевые классические и пол довольно светлый. Вот скажи, пожалуйста, как подобрать? Подойдут ли такие шторы ко мне в интерьер? Отлично подойдут, и они просто показаны в твой интерьер, потому что, ну, ты слишком его сделал спокойным и минималистичным. Я понимаю, что всем хочется свежести и простора, но акценты все равно нужны, иначе просто заскучаете. Но опять же, акцент должен быть правильным. Мы должны не перегрузить с вами интерьер. Поэтому я вам рекомендую сегодня уехать прямо, знаете, в тронный зал Эрмитажа. Может быть, а почему бы и нет? Вспомнить, какие красивые платья носили наши королевы, наши царские особы. И, конечно же, обратиться к балдахинам Большого театра, к красивым занавесям, потому что именно бархат всегда сочетается с роскошными интерьерами. Либо я его рекомендую в минималистичный, как твой, потому что он облагорожен будет. И главное, не будет тяжелой твоя комната, потому что это резной легкий витражный узор. Берите эти шторы вместе с тюлем, который называется «Роскошный дом». Вот посмотрите, здесь у меня на окне видите оба лота. Самое главное, что приобретая тюль за 1999 рублей, добавляя в корзину шторы по сниженной цене 1599 рублей, вам остается добавить, например, покрывало модерн или комплект постельного белья, и вы получите бесплатную доставку в любой регион России. Юль, ну мы поговорили о коричневом цвете, понятно, он классический, а да. Что делать с розовым? Он довольно сложный. Да, довольно сложный оттенок, но в этом году, даже ты тоже, смотрю, выбрал, да, именно припудренную гамму розового цвета. И что мне нравится, что сегодня, знаешь, такие прям вот текстильные гурманы, не побоюсь этого слова, выбирают розовый, он есть в линейке цветов Pantone, главного института, который дает нам оттенки, мы, конечно, оперируем ими. И вот розовый здесь, ну, просто жемчужно хорош. Вы можете сочетать его с бежевыми, с серыми оттенками, нежными такими бирюзовыми, в прохладе. Будет очень красиво и контрастно. А можете сделать этого же цвета обои, но на 2 тона поярче, ближе к фуксии. И тогда вы получите контрастный интерьер по температуре и по цвету. Это тоже будет очень сильно. Поэтому никто не откажется сегодня от этого девичьего, принцессиного, женственного цвета, идеального для будуаров.
прекрасная возможность обновить ваш интерьер по цене, которая действует только сегодня, 1599 рублей. Каждое полотно у вас становится дешевле 800 рублей. Скидка почти 70%, пока все цвета, 4 цвета у нас в наличии. Юля, многие говорят, бархат очень хочется, но переживают за пыль. Например, мой папа аллергик, ему пыль противопоказана. Как эти шторы в повседневном обиходе, подскажи. Ты знаешь, идеальный, на мой взгляд, потому что очень интересно выполнен панбархат. У него ворсиночки, если мы посмотрим, зачесаны и спрессованы в одну сторону. За счет этого элегантный блеск, за счет этого ворсинки не скапливают пыль, как другое ворсовое полотно. Поэтому вы будете дышать свежестью. Но это еще не все преимущества наших портьер. Я завязала их прямо в тугой узел, чтобы показать, как же легко вам за ними будет ухаживать. Они совершенно не мнутся, если раньше шторы делали на, вот именно из панбархата, все-таки на шифоновой основе, то сегодня это вискозное эластановое. Совершенно ни одной складочки. Постирали 30 градусов и повесили во влажном виде на карниз. Идеально, идеально, не тратим время, не тратим нервы. Наши покупатели уже пишут в социальные сети свои отзывы из старого оскола. Ирина Михайловна пишет, так, что шторы смотрятся прекрасно, великолепно. Они сверкают, они блестят, они преобразили мгновенно интерьер ее маленькой малогабаритной квартиры. Спасибо большое, Ирина Михайловна, спасибо всем, кто делится своими отзывами. Юль, скажи, пожалуйста, многие у нас снимают квартиры. Нужно ли менять карниз для того, чтобы повесить эти шторы? Не придется менять карниз, крючочки, крокодильчики, шторные лента есть, поэтому подходит любые крепления, даже на штангу можно надеть диаметром до 2 сантиметров. Шикарный, единый материал, это не напыленный панбархат, а именно плетеный, крепкий, добротный, не выцветает 15 лет и драпируется шикарно. Очень хочется показать. В наличии пока остались у нас все цвета, цвет бежевый, торопитесь, очень быстро его раскупают, потому что это самый популярный, зеленый, красивый оттенок Тиффани, а также у нас есть коричневый цвет, который кофейный в заказе, и он подходит к любой корпусной мебели. И розовый, самый модный цвет, очень популярен среди наших покупателей. Это главное предложение сегодняшнего дня. Шторы, которые называются «Прекрасные грезы», у нас дополнительно снижена цена на 1599 рублей. Берем до бесплатной доставки тюль «Роскошный дом» за 1999 рублей и получаем самые выгодные цены со скидками почти 70% на Shop & Show.